вот всю дорогу у меня звонит телефон, не затыкаясь. На какой-то звонок отвечаю, а там какие-то вопли, типа, Таня, вы где? Вы живы? Вы в штабе? Думаю, что происходит? Какой штаб? Почему мы должны быть не живы? Ничего не могу понять. Я говорю, ну-ка, включи радио. Он включает радио, а там прям что-то сначала песня, а потом опять. Повторяем новости. Магнитогорский, значит, я говорю, послушайте, у нас что ли дом взорвался? Приехали в город. Он говорит, ну туда, наверное, не пойдем с детьми. Давай машину поставим, детей у меня высадим и сходим посмотрим. И вот, и знаете, дошла до той стороны дороги, даже дорогу перейти не смогла, посмотрите. До такой степени было страшно. Я стою, у меня вот слезы градом, я ничего сказать не могу. Он говорит, ты что, замерла? Я говорю, я не могу. Я сижу, у меня все время телефон звонит, я с кем-то разговариваю, и говорю, и вот все как-то на автомате. И все время хочется, знаете, как вот по телевизору концерт какой-то идет. Я думаю, ну где же новости? Где новости? То есть мне, ну, важно вот был такой важный момент узнать, живы ли люди. Курсы лечения, реабилитации еще проходите или нет? Сейчас в декабре прошли. Где? В Челябинской областной больнице, реабилитационный центр. Сейчас отдыхаем, потом где-то февраль-март опять на реабилитацию надо будет. Но это уже мы договорились, что здесь в Магнитогорске будем проходить. Забили мое окно вот этими вот штуками. Вот вся моя посуда. С квартирой, в принципе, все случилось очень хорошо, чего я даже не ожидала. Меня уравняли в правах со всеми остальными пострадавшими. Все, у кого вот хоть малейший был вопрос, все пришли ко мне, и мы все вопросы по всем решили. Я встречаюсь с жителями по первой просьбе. До сих пор. Многие сегодня почему оттуда переехали? Ну, потому что уже спокойно невозможно жить. Что-то кто-то как-то всегда напоминает. По поводу причин произошедшего, вы пытались что-то выяснять? То. Не знаю, у следствия, может быть, может быть. Да, это все в секрете. В смысле, все в секрете? Ну, следствие имеет свою тайну. Уже всем понятно, что это, ребят. Горит маршрутное такси. Там полицейские с пистолетом стреляли. Понял. Что за Новый год-то? Газовый баллон. Что, разворачивается? Да. Так там что-то вообще посерьезнее.